В рамках региональной недели депутатов Госдумы Северодвинск посетила Елена Вторыгина. В федеральном собрании она представляет Архангельскую область. Первым делом депутат посетила детский сад АБВГДЭКа. Депутат отметила, что это одно из самых современных дошкольных учреждений города. Подобных в области всего 4. Обязательным пунктом программы посещений стали и спортивные объекты. После визита в столицу Поморья депутат отправилась в город Корабелов. На встрече с администрацией города Елена Вторыгина призналась, Северодвинск посещает нечасто. Ведь город один из лучших в области, стабильный и развивающийся. В рамках рабочей поездки депутат Госдумы осмотрела спортивные объекты. На повестке, открывшейся не так давно, «Фокс-звездочка», здесь Елену Вторыгину поразило разнообразие предлагаемых услуг и относительно невысокая цена абонемента. Депутат оценила и масштабность запланированного строительства крытого катка и модернизацию стадиона «Беломорец». Очень рада, потому что это тоже одно из направлений линии президента сегодня – оздоровление наших людей, семей, детей. И Северодвинск опять шагает ногу со временем. Вижу уже, что будет строиться новый ледовый дворец, тоже в рамках федеральных денег и, безусловно, денег предприятия «Звездочки». Особенная благодарность не только мэрии города Северодвинска, а руководству «Звездочки», которые так заботятся о своих людях, работающих на предприятии. Депутат посетила и юридическую школу. По словам Вторыгина, это единственное подобное учреждение дополнительного образования в стране. Ранее существовавшая в Архангельске школа переехала в город Корабелов. Мы сейчас продолжим встречу с руководством города, поговорим о проблемах насущных сегодня, какие есть, в чем я могу помочь сегодня, как ваш депутат. Поэтому я думаю, что у меня очень хорошее впечатление. Организовать встречу с жителями в рамках этой поездки не удалось. Впрочем, депутат пообещала приехать в город накануне Нового года и выслушать наболевшие вопросы северодвинцев.